Алкогольные и энергетические напитки больше будут недоступны. Их продажа в регионе теперь запрещена. Соответствующий закон вступил в силу. Вне закона теперь напитки, в составе которых, помимо этилового спирта, содержится кофеин, таурин или иные тонизирующие компоненты. Подобные напитки часто привлекали молодежь яркими этикетками и доступной ценой. В то же время их действие на организм было губительным. Тревогу били врачи, наркологи и психиатры. Теперь за реализацию алкоэнергетиков должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить до 100 тысяч рублей. В случае, если будет доказана продажа алкогольных энергетических напитков несовершеннолетним, наказание будет еще более суровым. Административный штраф для граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 500 000 рублей. Специальных мероприятий рейдовых не проводится. Действуя в рамках полномочий, предоставленных федеральным законом о полиции, каждое сообщение, заявление, поступающее в органы внутренних дел о нарушении требований федерального закона 171 ФЗ, которым как раз и установлены запреты на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, после проведения проверок принимаются меры ответственности правонарушителям.